Так, луна встает над горизонтом, 4 августа 2020 год, Харьков, 21:26 по Киеву. Вчера было полнолуние, ну, сегодня малозаметные изменения, практически полностью освещена луна. Так, сейчас резкость попробую еще поискать. Понятно, что пока над горизонтом. Да, сегодня утром в 5-6 утра снимал ее на противоположном конце Харькова. Когда она садилась за горизонт на фоне поселка Жуковского. И вот теперь встречаю, когда она встает. А вон у нас Юпитер. И рядышком Сатурн. Так, сейчас попробую резкость найти спутники. Вот они, наши красавцы. Справа Европа, потом Ио. А слева от Юпитера Ганимед и крайне левый Каллисто. Так, мы пошли Сатурн снимем и пока с первым дублем закончим. Потом чуть пониже опущу штатив. Сейчас его задрал. Не сильная тряска из-за этого. Все, смотрим. Уже 1 350 000 000 километров до Сатурна. Удаляемся. Ладушки. Сейчас будет другой зуб и другие настройки. 4 августа 2020 год, Харьков.